Сейчас мы пойдем смотреть фонтаны. А пока покажу вам, что вокруг есть. Фонтанчики те самые. Сейчас мы туда пойдем. Кстати, говорят, что эти фонтаны поющие. Ну, посмотрим. Может, они даже и подсвечиваются еще. Послушаем музычку, если таковая будет. Вот мы подошли немножечко поближе к этим фонтанам. Будем ждать темноты, чтобы посмотреть всю эту красоту. И вам обязательно все это покажем, кто где чего. Народу собралось здесь, конечно, очень-очень много. Yeah.
вами ждем вечера, чтобы посмотреть, как будет красиво ночью фонтан переливаться. А сейчас можете посмотреть, сколько тут народа много желает посмотреть этот фонтан. Я думаю, к вечеру будет еще больше. Добраться до фонтанчика очень просто. От метро идти ориентировочно около 5 минут прогулочным шагом. Погода была отличная, около 30 градусов ориентировочно. Вот. Сам фонтанчик дневной очень интересный, красивый, очень позитивно, много народа вокруг. Всем рекомендую побывать в этом замечательном местечке. Что вам еще рассказать? Ну, днем, конечно, очень красиво, а вот вечерний фонтанчик, это вообще просто нужно видеть, очень красиво. Все в цвете переливается, разными цветами, разная музыка. Сам ночной город очень красивый. Это вы видели сегодня первую часть этого видео. Будет вторая часть этого видео также. Она будет еще интереснее. Это уже будет ночное видео ночной Барселоны, поющего фонтана. Там вообще будет просто сказочно, очень все красиво. Вам это очень все понравится. Так что ждите вторую серию. Ну и что вам еще сказать? Кому нравится мое видео, подписываемся на мой канал. Ставим лайк. Оставляем комментарии, кому что нравится. И всем до встречи в ночной Барселоне.